когда после вахты гитару возьмешь и тронешь струну за струной, ты словно опять ненадолго зайдешь к единственной самой родной. Шумит волна, звенит струна, гитара поет и поет, поет о той, что вновь с тобой, что вновь с тобой. Звездой голубой чуть мерцает маяк, ночная волна шелестит. И песня тебе помогает, моряк, суровую службу нести. Шумит волна, звенит струна, гитара поет и поет, поет о той, что вновь с тобой, что вновь с тобой. Завтра крутая волна закипит, и ветер хлестнет штормовой. Сегодня морская душа говорит с певучей гитарной струной. Шумит волна, звенит струна, гитара поет и поет, поет о том, что вновь с тобой, что вновь с тобой. Волна звенит струна, гитара поет и поет, поет о том, что вновь с тобой, что вновь с тобой. Да, с хорошей песни началась наша встреча. Шумит волна, звенит струна. Помните эту песню, да? Да, конечно. Хорошая песня. О вас, о моряках. Ну что ж, вот так и началась наша встреча. Встреча друзей. А много было этих встреч в нашем клубе фронтовых друзей. И вот каждая волнует, как будто бы впервые встречаешься. И вот сегодня у нас в гостях балтийцы. Ветераны дважды краснознаменного Балтийского флота. Ведь только один из наших флотов удостоен этого высокого и почетного звания, а вернее награды, дважды краснознаменный. Уже только одно это говорит о его замечательной биографии. А ведь действительно, вспомним, Балтика – это залп «Аврора» в 1917 году. Балтика – это штурм Зимнего. Балтика – это беспримерная оборона города Ленина. Балтика – это современные, великолепные корабли. И вот мы сейчас, дорогие друзья, предоставим вам такую возможность, и вы вновь увидите бессмертную «Аврору», увидите современные корабли. Эти кинокадры были сняты 31 июля, в день военно-морского флота. Итак, прошу, пожалуйста. Thank you.
Дорогие товарищи, славные традиции советских вооруженных сил неотделимы от революционных традиций Ленинской партии, рабочего класса, всего советского народа. Верность своему социалистическому отечеству, беспредельная преданность благородным идеалам коммунизма, высокая организованность, боевое мастерство, массовый героизм, мужество и самоотверженность проявили моряки-балтийцы в боях с врагами нашей Родины. Подвиги фронтовиков, их бесстрашие и самоотверженность вдохновляют нынешнее поколение балтийцев на новые ратные дела. Прочный сплав высокой технической оснащенности, воинского мастерства, несокрушимого морального духа, флотскую дружбу и войсковое товарищество продемонстрировал личный состав Балтийского флота в ходе многих учений и маневров, особенно в учениях «Запад-81», ставших для балтийцев экзаменом на боевую зрелость, отчетом перед Коммунистической партией и советским народом. Моряки-балтийцы с честью выполняют свой интернациональный долг. Они связаны крепкими узами боевого сотрудничества с товарищами по оружию, моряками братских соцстран. В ходе совместных учений куется боевое мастерство, совершенствуется морская выучка. Опыт войны учит, что в бою побеждает тот, кто отлично владеет боевой техникой и оружием. Среди тех, кто в соревновании идет впереди, отличная ракетная подводная лодка, которой командует капитан Торонга Шкабара, отличный гвардейский морской ракетносный авиационный полк, экипаж большого десантного корабля «Донецкий шахтер», ракетный катер «Калининградский комсомолец» и многие-многие другие. В решении сложных и ответственных задач балтийцам большую помощь оказывают партийные и советские органы прибалтийских республик, Калининградской области. Над флотом шефствуют комсомольские организации Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Московской, Воронежской, Псковской, Тамбовской, Ярославской, Ульяновской и Калининградских областей. На флоте уже 16 кораблей, которые носят комсомольские наименования. Многие из них объявлены отличными. Пример добросовестного выполнения конституционного долга подают коммунисты и комсомольцы. Они в авангарде соревнующихся. Воспитанию воинов в духе верности боевым традициям во многом способствует активная идеологическая работа. На кораблях и в частях флота часто проходят встречи ветеранов с молодежью, другие мероприятия, воспевающие подвиги советских воинов в боях за Родину, налажено соревнование за право называться последователями лучших специалистов военных лет. Воины-балтийцы глубоко осознают, что они являются продолжателями славных революционных традиций моряков Балтики и героев Великой Отечественной войны. Выполняя решение 26-го съезда партии, указание генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Андропова, а также требования министра обороны СССР маршала Советского Союза Устинова, они неустанно совершенствуют боевую готовность, бдительную соцслужбу, с честью выполняют возложенных задач, приумножают славу тех, кто защищал Родину в годину суровых испытаний и победил. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов на встрече с ветеранами партии в Кремле сказал: «Ветераны – носители уникального опыта строительства новой жизни, обогатившего все человечество. Исторический диапазон этого опыта охватывает свершение нескольких поколений». Эти слова о вас, дорогие друзья, о вашей жизни, о вашем боевом пути. Поэт Александр Жаров был на встрече в ЦК КПСС с ветеранами партии. Прошу вас, Александр Алексеевич. Да, я действительно тот самый счастливый человек, который побывал на этой, по-моему, огромного исторического значения встречи, где Юрий Владимирович Андропов от имени Политбюро принимал группу старейших большевиков. Вот интересно, какое было настроение, состояние вот приглашенных ветеранов? И вообще, как себя чувствовали все в этой, я бы сказал, наверное, приподнятой, торжественной обстановке в то же время, правда? Ну, чувствовали себя прежде всего
в состоянии полного единодушия. Вот, и что будто у нас у всех одно сердце бьется. Юрий Владимирович сказал о ветеранах партии, что это носители уникального опыта. Да, что это люди большого опыта, который надо использовать для дела коммунизма как можно лучше. И для этой цели, как потом выяснилось, Юрий Владимирович решил с этими людьми, с нами, посоветоваться, по-дружески поговорить, решить, каким должны быть ветераны вот в дальнейшем, не сдающиеся своей старости, какими они должны быть активными в одном из самых важнейших дел и вопросов, возникших на этой встрече, а именно в воспитании молодого поколения. Я привожу слова Юрия Владимировича, которые особенно нас растрогали. Приглашая вас, товарищи, в Центральный комитет, Политбюро ЦК как раз и рассчитывало посоветоваться с вами, вместе подумать, как нам разумнее и с максимальной пользой для дела коммунизма распорядиться опытом ветеранов. А далее упоминание. Каждый ветеран партии, ветеран труда, должен быть наставником молодежи. Это вдохновляет и одновременно мобилизует, сплачивает нас всех воедино. А теперь разрешите мне признаться, что я вот среди всех и старых, и стареющих, и моложавых, собравшихся здесь, чуть ли не самый старый. Почему? Потому что с Балтийским флотом я познакомился 60 лет тому назад. Я попрошу помочь нам представить этот путь вашего флота председателя Президиума Совета ветеранов дважды краснознаменного Балтийского флота вице-адмирала Вениамина Андреевича Сычева. Вениамин Андреевич, пожалуйста. Что хотелось бы сказать на нашей сегодняшней такой памятной встрече? Каждому из нас, балтийцев, есть что вспомнить о Великой Отечественной войне, о тех вкладах, которые внесли военные моряки Балтики в общую победу над фашистской Германией. В едином боевом строю с воинами Ленинградского фронта моряки Балтики уничтожали противника и на море, и в воздухе, и на суше. С первых дней Великой Отечественной войны они защищали Советскую Прибалтику, защищали Манзунский архипелаг, острова. Здесь присутствуют защитники этих островов, товарищи наши, знаменитые ханковцы. Здесь присутствуют представители различных родов сил краснознаменного в то время Балтийского флота. Представители эскадры, подводных лодок, надводных кораблей, авиации и других составных частей боевых сил нашего флота. И каждый из родов сил внес достойный вклад в общую победу. Особое место первый период войны и в последующем, естественно, занимала битва за Ленинград. И, естественно,
когда мы, вспоминаю, завершили этап прорыва блокады Ленинграда, а затем в 44-м году в январе окончательное снятие блокады Ленинграда, как это радостно, как ликовал не только ленинградский житель, не только воин фронта и Балтийского флота, но и весь наш советский народ. Балтийцы никогда не забудут этих памятных дней, трудных, но победных. Наибольшее, так сказать, взаимодействие сил краснознаменного Балтийского флота с Ленинградским фронтом, с войсками и дальнейшим Карельского фронта, и далее, значит, Волховского фронта особенно было ощутимо на завершающем периоде Великой Отечественной войны, когда освобождалась советская Прибалтика, когда наши войска перешли границу и били фашистского зверя на его территории. Краснознаменный Балтийский флот и тут внес очень много победных действий, очень много победных дел. Вениамин Андреевич, где вам довелось воевать? Я, значит, начало войны я встретил на крейсере Петропавловск. Я был там старшим артиллеристом. Естественно, наш удел артиллеристов был четкий и ясный – бить врага артиллерийским огнем. Я в первую очередь хотел бы назвать прославленного артиллериста Балтийского флота и других флотов, вице-адмирала Грена Ивана Ивановича. Он осуществлял руководство всей артиллерии краснознаменного Балтийского флота в годы войны. Прошло много лет, когда отгремели залпы над Балтикой, когда балтийцы вместе с советским народом отпраздновали великую победу. Изменился боевой состав нашего дважды краснознаменного Балтийского флота. Благодаря заботе партии, советского правительства, мужественному труду советских людей, балтийцы располагают самыми современными, мощными кораблями, боевыми средствами. Но, как мы всегда говорим, самое дорогое у нас – люди. Что осталось, я бы сказал, неизменным, если вспомнить годы Великой Отечественной войны? Неизменным осталось это боевые традиции балтийцев. Именно на боевых традициях, на опыте Великой Отечественной войны мужают и сегодняшние молодые моряки, и адмиралы, и офицеры, и матросы. Мне хочется сказать, что надежные руки мы отдали, как говорится, корабли, подводные лодки, самолеты на Балтийском флоте. И они с честью и достоинством решают задачи по защите рубежей нашей великой советской Родины. Адмирал флота, герой Советского Союза Георгий Михайлович Егоров, председатель ЦК ДОСААФ Союза СССР. Георгий Михайлович, вы ведь ветеран Балтики. Герой Советского Союза, были командиром подводной лодки. Вот, пожалуйста, вот о том периоде вашей жизни. Ну, это вопрос большой, конечно. Да. Но могу одно сказать, что подводники Балтики с первого до последнего дня войны вели самые напряженные боевые действия. И я бы сказал, внесли значительный вклад в дело победы над врагом. Особенно тяжелым был для нас период, когда мы вынуждены были действовать из блокированного Ленинграда и Кронштадта.
прорываться в Балтику через тяжелые, я бы сказал, минные, сетевые заграждения, когда оба берега в руках врага. И надо сказать, что 42-й год, вопреки заявлениям фашистов, что Балтийский флот уничтожен, подводники доказали, что Балтийский флот действует и действует надежно. Несколько десятков транспортов, в том числе у побережья противника, в районах Померанской, Данской бухты, в других районах, было потоплено подводниками. Говоря о себе, я в те годы служил в разных должностях. Был штурманом, помощником командира подводной лодки. В конце войны командовал подводной лодкой. Мне хотелось бы, пользуясь такой возможностью, передать ветеранам Балтики и подводникам, тех, кто слушает нас, самые лучшие пожелания в патриотическом воспитании нашей замечательной молодежи. У нас в гостях командующий авиации дважды Краснознаменного Балтийского флота, герой Советского Союза, генерал-полковник Михаил Иванович Самохин. Помните своих асов, летчиков, которые защищали город? Скажу, у нас, значит, буквально через каких-нибудь полтора месяца первых боев два летчика, Антоненко, Бренько, известные нашим всем сидящим, всем морякам здесь, истребители замечательные, они в течение полутора месяца сбили по 12 самолетов противника. Современных самолетов, на своих тех самолетах, тех типов, которые мы имели. Им 15 июля было присвоено звание Героев Советского Союза. Есть летчики, штурмовики, торпедоносцы, которые в период нанесения ударов по кораблям противника, будучи подбитыми, шли на таран кораблей. Таранили корабли и гибли сами. Это майор Каштанкин, это старший лейтенант Кратенко, это старший лейтенант Богачев и другие. Всего было 13 таранов по кораблям противника. Авиации флота за проявленный героизм Великой Отечественной войны летчиков имело 116 героев Советского Союза летного состава. Из них 4 дважды героев Советского Союза: Челнокова, Ракова, Степаняна. 14 раз в приказах Верховного Главного Командования летчикам Балтийской авиации объявлена благодарность за успешное решение боевых задач в тех или других операциях. Трудно выделить сейчас фамилии отдельных летчиков, потому что весь летный состав проявлял как один героизм, который только лишь свойственен нашему советскому человеку. Командующий Краснознаменной Ладожской флотилии Виктор Сергеевич Чироков. Мы решали две основные задачи. Это перевозки и ведение боевых операций. Перевозки для Ленинграда продовольствия, топлива, медикаментов, боезапасов, пополнением и так далее. Мы до последней минуты оказывали содействие и в прорыве, и в снятии блокады. В прорыве, хотя уже был лед, но действовал полностью 32-й наш дивизион. В снятии блокады мы до последней минуты перевозили пополнение войска. А кто совершал эти перевозки? Это наши моряки. Это северо-западный речной пароход, с которым вместе с нами шляли. Это люди, воспитанные нашей коммунистической партией, нашим ленинским комсомолом, которые с первого до последнего дня верили в победу и знали, что эта победа во многом от них зависит. А если говорить об операциях? Вот тут присутствует командир малого охотника 171 Владимир Иванович Ковалевский. Тогда он был старший лейтенант, сейчас капитан первого ранга. А вот кочегар тральщик Косто Сергей Гаврилович Горюнов. Это два маленьких корабля, которые первые увидели десантные корабли на озере, первые донесли и первые вступили против этой армады в бой. У меня нет возможности рассказывать про весь этот эпизод «Разгром и бой». Я вам только приведу на память с небольшими, может, ошибками сводку Совинформбюро. Когда было сказано, 22 октября до 30 десантных кораблей и катеров противника пытались высадить десант на один из наших островов на Ладожском озере.
силами гарнизона острова, личного состава кораблей и авиации краснознаменного Балтийского флота было потоплено до 16 кораблей, и один корабль был взят в плен. Наши корабли потерь не имеют. С какой гордостью я и сейчас рассказываю. Наши корабли потерь не имеют. Или привести вам пример. Мы провели в 1944 году Тулоксинскую десантную операцию. Это в июне месяце. Скоро мы будем вместе с войсками Карельского фронта праздновать ее 40-летие. Во главе разработки этой десантной операции находился начальник штаба флотилии, капитан первого ранга Крученых, вот присутствующий здесь Аркадий Васильевич, ныне контр-адмирал. В ходе этой операции ни одного катера, ни одного мотобота не оставалось без пробоин. А когда разыгрался шторм, вы помните по истории, небывалый 9-бальный шторм, проходили эти перевозки. Надо, и наш личный состав это делал и выполнил. В эти дни Сталин направляет в осажденный город генерала Жукова. Положение было критическим. Враг уже видел шпили и купола Ленинграда. Вместе с ленинградской партийной организацией, которую возглавлял первый секретарь ленинградского обкома партии Жданов, новый командующий за короткий срок реорганизовал оборону города. Жуков подтягивает резервы, переводит балтийских моряков с кораблей в сухопутные войска. Собрав в кулак около 50 тысяч воинов, Жуков предпринимает контрудар. Выстоять или умереть. Таков был приказ командующего. Они были уверены, что победят, но еще не знали, какой ценой достанется им эта победа. В камне и металле остановилась и застыло мгновение истории, подвиг Ленинграда, равного которому не знало человечество. Ленинград еще не вся Россия, но без Ленинграда Россию не представить. Вам, Дмитрий Васильевич, пришлось пережить дважды ту пору. Ну, во-первых, вы были в блокадном Ленинграде, работали там. И второй раз, когда написали свои книги, еще раз вспоминали, еще раз переживали. Вот книга «Стойкость» и «Ленинград в блокаде». В этом году это уже 5-е издание. И эта книга переведена на 11 языков мира. Ну что ж, я попрошу вас вспомнить о том времени. В тяжелое время блокады я работал, как уже сказал, вы сказали, Виктор Иванович, уполномоченным Государственного комитета обороны по продовольственным делам. По характеру своей работы я многое знал, видел и пережил. В то грозное время Балтийским флотом командовал Владимир Филиппович Трибоц. Под его руководством моряки Балтики грудью защищали Ленинград и на воде и на суше. Но кроме боевых действий, они очень много делали для осажденных по всем другим вопросам. Завозили продовольствие и другие жизненно важные грузы в осажденный Ленинград в самое тяжелое время. Не могу забыть такой факт. Конец ноября. Ладожское озеро покрылось тонким льдом. Ни пройти, ни проехать. Суда встали на прикол. Поступление продовольствия в Ленинград прекратилось. И никто не знал, а сколько дней
продержится такой тонкий лед на Ладоге. Что делать? Завоза нет, а расход ежедневный. Снижать паёк населению. Он и без того был мал. С 20 ноября 2/3 населения Ленинграда получали 120, по 125 граммов хлеба. Это был предел. Даже подумать было страшно снижать дальше паёк. А как быть? На военном совете обсуждалась эта обстановка. И все члены военного совета пришли к выводу, что только одна мера может помочь, а именно взять остатки муки так называемого неприкосновенного фонда, имеющиеся в Кронштадте, в фортах и на кораблях. Мера была рискованная, но надо отдать справедливость проницательности командующим Балтийским флотом Владимиру Филипповичу Трибоцу. Он, зная истинную обстановку, активно поддержал сам это предложение. И вот точно мы получили от моряков вот эту муку, позволило продлить снабжение населения пайком. На Ладожской трассе работали тысячи людей, и они знали, что их жизни угрожает опасность. Но они также знали, что в Ленинграде умирают от голода тысячи людей. Они ждут хлеба, и поэтому никто не покидал своего рабочего места. Их труд – великий подвиг. Тыл в войне – это было понятие огромное. И вот эту тему я попрошу продолжить Зосима Алексеевича Шашкова. Он был членом транспортного комитета при Государственном комитете обороны. На меня возложены были задачи, связанные с обеспечением перевозочных работ речным флотом. Предусматривалось большие работы по восстановлению разрушенного флота и по строительству новых судов. Было принято смелое решение, решением Государственного комитета обороны, отмобилизовать из армии всех судостроителей по деревянному судостроению, баржи тогда строили, забрать из речного флота и из других бассейнов всех, простите за такое выражение, но у нас оно в ходу, речников, бородачей, стариков, которые владеют инструментом по дереву, по изготовлению, по строительству деревянных судов, и собрать их. Я помню тот момент, когда в мой кабинет, это на Петровке в Москве, пришло человек 30 вот этих стариков-бородачей, которые были уполномоченными разных верфей. Приехали они своими инструментами, топорами, с рубанками, с прочим инструментом, и быстро их отправили на территорию бывшего Сяськского целлулозно-бумажного комбината в устье реки Сяси. И там начали заготовлять лес и изготовлять баржи. Да, настолько была успешно проведена эта операция, что мы в течение 1942 года построили более 30 судов грузоподъемностью 600 000 тонн. Эти баржи и флот, который был там, в этом районе, на будущий год нам обеспечили доставку грузов в Ленинград. К концу навигации все перевозки в бассейне составили около 1 000 000 тонн грузов. Ладожская военная флотилия, гражданские речники Советского Союза, участвовавшие со всех бассейнов в этом районе, проделали эту колоссальную работу.
Дорогие друзья, я хочу напомнить вам всем, и вам, товарищи телезрители, что ровно через неделю, в следующую субботу, 15 октября, у нас ведь коммунистический субботник. Все средства от этого субботника пойдут на сооружение мемориала Победы. Балтийцы тоже будут в нем участвовать. И хочу сказать, не только мемориал, но еще и будет сооружен музей Великой Отечественной войны. Вот здесь он будет сооружен, мемориал Победы, на Поклонной горе, неподалеку от Триумфальной арки. Это памятник в честь всех, кто завоевал победу. Это памятник и в честь балтийских моряков. Мы продолжаем вспоминать о Балтике, о балтийцах. И вот когда мы вспоминаем о войне, то почти всегда наше первое слово о наших товарищах, о друзьях, о тех, кто остался в наших сердцах. Дмитрий Петрович Лощаков, начальник политотдела Онежской военной флотилии, рассказывает о своих товарищах. Вспоминается бой за уничтожение опорного пункта противника 22 августа. 40 лет тому назад, 43-го года. Бронекатера Чеботарева и Таранова подтянулись на руках по каналу, обводному каналу, к непосредственным позициям противника. Их задача была уничтожить впереди стоящие дзоты для того, чтобы открыть дорогу взаимодействующей пехоте 368-й дивизии. По сигналу торпедных катеров бронекатера бринулись в бой, открыли огонь артиллерийский, и в течение буквально нескольких минут доты были разбиты прямыми попаданиями. Но командир Чеботарев в этом бою был тяжело ранен. Его сразу заменил его помощник, командир отделения рулевых, Ольшанский. И вывел его из боя. Дмитрий Петрович, вы говорите о катерах. Вот не эти ли катера вот здесь на фотографии? Да, это один из моментов боя бронекатеров, когда они проводили артиллерийскую разведку батарей противника на западном побережье. Скажите, а кто же смог так сфотографировать? Смотрите, действительно, обстановка боя и взрывы, и катера, чувствуется динамика движения катеров. Автор этого фото неизвестен. Нашли мы это дело у товарищей, которые принесли его нам, эту фотографию. Федор Федорович Преснаков хорошо знал командующего Краснознамённо-Балтийским флотом Владимира Филипповича Трибуца. Ну, Владимир Филиппович, все моряки любили, уважали. Пожалуйста, расскажите о нем. Виталий Иванович, это действительно так. Владимира Филипповича знали не только балтийцы, и знали очень хорошо, и сейчас хорошо помнят моряки во всех флотах нашей Родины. Это интересная биография. Владимир Филиппович связал свою судьбу в ранние годы. Еще 18-летним юношей он сражался под знаменами выдающегося революционера, балтийца Дебенко под Гатчиной. Это человек необычайной энергии, личных качеств, острый ум, статный, красивый, высокий, подтянутый. Отличный моряк, знал прекрасную морскую практику, морскую культуру. Образованный человек был. Владимир Филиппович во время войны, он непрерывно возглавлял командование Краснознаменным Балтийским флотом, а потом дважды Краснознаменным Балтийским флотом, бессменным. Владимир Филиппович вот можно было видеть везде. Вот он здесь на торпедном катере. У него сочеталось прекрасно высокая требовательность, культура, чуткость к людям, доступность. Эти качества он сохранил до последнего времени, будучи, вот после уже уйдя на отдых, он защитил кандидатскую степень, а затем докторскую, обобщив все свои знания, опыт, написав 4 книги и массу монографий. Мне пришлось
наливаться в береговой обороне флота. В береговую оборону входили морская пехота и береговая артиллерия. Самой яркой ее страницей боевой является защита героического Ленинграда. Под Ленинградом воевало 10 бригад, 4 полка, более 40 отдельных батальонов и рот морской пехоты. Кроме того, в каждой сухопутной части были моряки. Балтийцы на сухопутии послали 125 тысяч человек. Подвиг Александра Матросова, закрывшего своим телом вражескую амбразуру, повторили 4 балтийца. Из них Александры Мясников, Типанов, Михаил Кузнецов и Петр Зубков. Я служил на Красной Горке, командовал крупной батареей 12-дюймовой. Стреляла она на 40 километров снарядом около полтона. Мы здесь говорили, жили, воевали в условиях блокады. Меньшая норма хлеба была 125 грамм. 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. 14 января 44 года наши войска и силы флота перешли в наступление. Я в это время был на картировочном посту на переднем крае и картировал огонь своей батареи. После артподготовки пошли в атаку танки. На одном из танков развивался красное знамя. За танками шла пехота, тоже с красным знаменем. Оркестр играл «Интернационал», как в январе 43 года при прорыве блокады. Морские пехотинцы, большинство, были награждены орденами и медалями. 10 человек из них получили героев Советского Союза. Здесь вот присутствует Владимир Федоров, известный на Балтике и всей стране разведчик, который неоднократно ходил в вражеский тыл. Евгений Михайлович, я попрошу вас рассказать, пожалуйста, о ваших товарищах-медиках. Я не ошибусь, если скажу, что в Кронштадте госпиталь, который был там, он был уже награжден в военное время орденом Ленина. И ведь это не такой уж частый случай, правда? Это довольно редко. И Ленинградский госпиталь. И Ленинградский госпиталь. Вы правильно сказали, назвали Ленинградский госпиталь, Кронштадтский госпиталь. Кронштадтский, да. Да. Это госпиталь, старейший госпиталь в нашей стране. И нужно вспомнить сейчас вот таких, как замечательный хирурга, значит, Никитин Александр Петрович. Это крупнейший хирург этого госпиталя. Или Обухова тоже самое этого госпиталя. Или терапевта Сукорского, и ряд других, многих, значит, врачей, которые очень много работали день и ночь, не щадя своей, значит, вот и здоровье, и жизнь для... И госпиталь во время войны, он вернул десятки тысяч на корабли и части. В Ленинградском морском госпитале стоит памятник. Этот памятник, который установлен на территории госпиталя, слава медикам балтийцев, павшим в боях за родину 1941-1942 года. Василий Иванович, когда мы с вами встречались, вы рассказывали о своем товарище, который, погибая, просил назвать сына именем командира. Помните об этом, да? Вот расскажите, пожалуйста, чтобы знали и слышали наши телезрители. Саше Богданову было дано задание. Он сражался в отряде Гранина. Взять языка. Подплыл он со своего маленького острова на другой остров, в районе там полуострова Ханка. Выждал, пока выйдет офицер из своего помещения. Он его взял в плен и поплыл с ним на свой остров. Офицер увидел, что у Саши Богданова за поясом финка, нож. Выхватывает этот нож и начал резать Сашу Богданова. Этот уже подплывает, совсем ему кричат наши матросы, бросай его, бросай, а то он тебя зарежет.
Он говорит, я не могу бросить, мне дано задание привести языка. Вышел он с трудом, весь истекая кровью. Умирая, он просил своих ребят, чтобы его сына, который недавно родился там, на полуострове Ханка, назвали по имени командира вот этого легендарного матросского десантного отряда по имени Бориса Гранина. Назвать Борисом, как звали Гранина. И так просьба его была выполнена. Мать этого Бориса, Люба. Жила она в Ленинграде на Васильевском острове. Как раз самые страшные блокадные дни, когда служащим давали 150 грамм хлеба, вот, а рабочим 250, нам, матросам, солдатам, 300 грамм хлеба давали. И вот матросы с Кронштадта пешком по льду ходили, носили этому Борису небольшие кусочки хлеба, сэкономленные от своего пайка. Вот это вот матросская память, матросская дружба. Это не только героизм, но и большая человеческая душа. Василий Иванович, очень хотел, чтобы нашелся сын вашего товарища, а мы бы помогли ему встретиться с друзьями его отца. Итак, напомним имя. Имя Борис, фамилия Богданов. Да, да. Это было бы очень хорошо. Каменистый берег бьет прибой, прослужил на флоте я немало, по душе мне ветер штормовой. Балтика мое родное море, ехал я к тебе из далека. На твоем просторе, о суровой службе моряка. Вспомнилось мне на твоем просторе, о суровой службе моряка. В 41-м я пришел на море, полюбил матрос. Семью. Мы делили радости и горе, защищая родину свою. Балтика, мое родное море, ехал я к тебе издалека. Вспомнилось мне на твоем просторе, по суровой службе моряка. Кормою светится маяк, о любимой Балтике со мною песню запевал лихой моряк. Сидим рядом здесь. Оказывается, мы дрались в одно и то же время. Он на Марате зенитным огнем, а я вверху на истребителе. И вот вместе мы отбивали массированные налеты
начиная с 19 сентября до 23. 4 дня немцы пытались уничтожить наши корабли в Кронштадте. Ничего не получилось. Потеряли сотни самолетов и прекратили налет дальше на наш Кронштадт и на корабли. Я служил в это время на линкоре «Марат» командиром зенитного артиллерийского дивизиона. Имея крупную артиллерию, большое количество пушек, 12 орудий 305-миллиметрового калибра и другие орудия, линкор беспрерывно, значит, вел огонь, уничтожая танковые соединения, рвущиеся в Ленинград, бронемашины и живую силу противника. События тех дней мне знакомы очень хорошо. И во многом, так сказать, эти разговоры и беседы домашние, они повлияли на выбор моей профессии в будущем. «Марат» для меня является, конечно, родным кораблем, поскольку на нем служил мой отец. Отец для меня всегда был образцом, так сказать, вообще служения делу, выполнения своего долга. Даже после там тяжелого ранения, которое, значит, произошло как раз в те грозные дни, он сохранил все-таки силу духа какую-то и сумел, и в том числе и после уже окончания войны, все-таки служить в кадрах флота. Ну, и когда мне бывает трудно, и сейчас, и было в прошлом трудно, конечно, я в первую очередь вспоминал своего отца, его силу духа, его силу воли его. Я знаю, что мой дедушка в Великую Отечественную войну был летчиком-истребителем и служил в военно-морском флоте. Он защищал Ленинград, защищал дорогу жизни. Мой дедушка пишет книги, и я эти книги все время читаю. Я по книгам знаю о боевых товарищей. Кузнецова, Цкалаева, Васильева. Мой дедушка – герой Советского Союза. Я, конечно же, горжусь моим дедушкой. Хочу как быть летчиком, как дедушка. Я ему рассказываю, что нужно сделать для того, чтобы быть летчиком. Как учиться, как готовить себя физически. Вот он научился плавать хорошо, до этого плохо плавал. Поступил в группу уже спортсменов по плаванию, хорошо играет в хоккей, любит собирать машины, самолеты собирать, там вот, значит, разборные покупаем, и он их соберет, все по винтикам, все соберет. Так что еще одного генерала-лейтенанта авиации мы, наверное, будем иметь в будущем. Ну, не знаю, какой с него будет генерал-лейтенант, но вначале лейтенантом-то мы его сделаем. Артист Олег Ухналев, лауреат всесоюзного конкурса, он ведь тоже ваш балтиец. А приходилось вам ходить на кораблях в поход? Приходилось. Приходилось и ходить, и с большим удовольствием выступать для моряков Балтийского флота. Ведь я начинал свою службу именно в ансамбле «Песни и пляски» дважды краснознаменного Балтийского флота. Я с удовольствием исполню одну из самых любимых песен моряков-балтийцев, песню композитора Константина Листова на стихи Александра Жарова «Ходили мы походами». И с удовольствием представлю образцовый оркестр военно-морского флота СССР, дирижер, заслуженный артист республики Владимир Солодахин. Моря. У берега французского бросали якоря. Бывали мы в Италии, где воздух голубой, и там глаза матросские туманились тоской. Помним наши рощи золотые, помним степи, горы, берега. Милый край советская Россия, ты морскому сердцу дорога. Милый край советская Россия, ты морскому сердцу дорога. Красивые африканские заливы, города. Пылает в южной полночи хрустальная звезда, но
где бы мы ни плавали, все звезды над водой казались нам московскою, кремлевскою звездой. Помним наши рощи золотые, помним степи, горы, берега, милый край, советская Россия, ты морскому сердцу дорога. Везде, куда отважные заходят моряки, им снятся наши гавани, родные маяки. Путями океанскими прошли мы целый свет, но краше нашей Родины нигде на свете нет. Помним наши рощи золотые, помним степи, горы, берега, милый край, советская Россия, и морскому сердцу дорога. Милый край, советская Россия, ты морскому сердцу дорога. Александр Кирович, вы воевали на катерах морских охотников. Были боцманом, да? Боцман — это потом. А что касается катеров, то сначала я в обороне Ленинграда был на эскадре «Нос и стройный». Я вам для примера хочу сказать, как тяжело было катерникам работать. Плотность. Катер МОС-124. 900 блокадных дней. 490 суток в море, в дозоре, в боях. 345 налетов, отразил налетов авиации. И за это время ни разу не ступили матросы ногой на землю, да? Заправляться-то надо, было, естественно. Питание, угу, горючее. Боезапас. Ну, это считанные минуты какие-то, допустим, сколько там положено. Угу, угу. То есть получается так. Прошел 24 тысячи миль. Вот напряжение. И еще хотел бы мне о катерах сказать. На собственном опыте, как наши замечательные торпедные катера спасли жизнь нашему экипажу. В одной из операций совместно с торпедными катерами получилось так, что отработали торпедные катера, обозленный противник нас стал преследовать. Сосредоточена была лавина огня. И один из снарядов разрывается у нас недалеко от кормы. Нас подбросило. Мы приводнились. Но на одну ногу. То есть мы потеряли один винт. И вот из-за горизонта выходят два торпедных катера в расположение кораблей охранения. Как нож в масло врезается в ту лавину дыма, которую они сами создали. И так мы вместе пришли благополучно в свои базы. Я теперь спрашиваю, ищу их, этих наших спасителей с торпедных катеров. Где они? Виктор Иванович, на этой встрече мы слышали хорошие матросские песни. И в связи с этим мне вспомнилась еще одна, и в частности слова из нее. «Нелегкое дело матросская служба, но в этом ли дело, друзья?» И действительно, дело было не в том, что служба наша матросская была нелегкой. Я имею в виду службу на тральщиках, на катерных тральщиках, где мне довелось служить в годы Великой Отечественной войны. Мы старались делать все для того, чтобы обеспечить безопасные проходы для наших надводных кораблей. И мы, матросы, офицеры, все те, кто служил и воевал на тральщиках, ну, прямо скажу, горды тем, что подчас, да почти всегда, нам приходилось быть первыми. Мы первыми шли на минные поля с тем, чтобы расчистить фарватеры, с тем, чтобы дать возможность безопасно пройти остальным кораблям. Мне хотелось бы еще сказать вот о чем. Мы, балтийцы,
очень любим свой флот. И любим вообще флот. Но если бы каждому из балтийцев сказали, хотел бы ты снова начать свою военную службу? И где? На флоте. А где именно? На Балтике. Разрешите в вашем лице преподнести эти цветы всем матросам-балтийцам. Спасибо. Городу Калининграду Московскому очень повезло в том отношении, что одним из его граждан в последние годы своей жизни был Владимир Филиппович Трибуц. И всю щедрость души своей, коммуниста, человека, флотоводца, отца, деда, он отдавал городу и особенно детям. Представители из школы номер 16, организовавший музей Балтийского флота, сегодня у вас в гостях. Каждый класс нашей школы борется за право носить имя одного из героев Великой Отечественной войны. Наш класс борется за право носить имя Алексея Зимина. Алексей Зимин ушел из нашего города на Великую Отечественную войну и воевал на эсминце Балтийского флота. В 1941 году Алеша пропал без вести при выполнении боевого задания. Потом выяснилось, что погиб весь корабль, на котором служил Алеша. В то время Алексею было всего 19 лет. Мы ищем родных, знакомых, близких Алексея. Дорогие товарищи, кто знал, учился, работал с Алексеем, воевал, напишите, пожалуйста, нам. Вот фотография Алёши. Многие годы связывает нас с комсомолией города. И здесь сегодня первый секретарь городского комитета комсомола города Калининграда Володя Шайков. Товарищи, на встрече в ЦК КПСС с ветеранами партии генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов поставил серьезные задачи перед ветеранами партии, ветеранами Великой Отечественной войны по совершенствованию военно-патриотической работы. Разрешите мне сегодня поблагодарить ветеранов Балтийского флота, членов Совета ветеранов Балтийского флота за ту большую работу, которую они проводят по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ту работу, которая делает молодых школьников, вступающих в жизнь настоящими гражданами нашей страны. И сегодня поздравить всех вас с предстоящим наступающим праздником, который будет отмечать комсомолия нашей страны, вся наша страна, 65-летием образования в ЛКСМ. В груди у каждого из вас бьется и до сих пор молодое комсомольское сердце. Разрешите мне по поручению бюро городского комитета комсомола вручить почетную грамоту вам, Вильям Андреевич. Дорогие ребята, мы сегодня вам дарим от имени наших всех ветеранов в этой торжественной обстановке тельняшку и все то, что должно быть сверх тельняшки. Поэтому пусть дополнит ваши экспонаты и берегите. Прощай, мир и город, уходим завтра в море.
4-я морская бригада особого назначения, где я служил, после боев под Невской Дубровкой, сильно поредевшая, была переброшена на Ладогу. Это была зима. Морозы достигали 30 градусов. Холодный ветер пронизывал до костей. Ну, известно, мы приходили из боевых охранений настолько уставшими, измотанными, что порой невозможно было снять винтовку, которая тянула 100-пудовым грузом. Но мы знали все, что охраняем единственную дорогу, по которой блокированный Ленинград соединен с большой землей, и по которой непрерывно идут не только грузы, но и из Ленинграда вывозили людей, больных и особенно детей. И вот, видя эти детские глаза, нам, кажется, наши силы удваивались и утраивались. Вот здесь Сергей Михайлович говорил о ленинградских детях, об их глазах. И я заволновался очень в это мгновение. Потому что как раз, когда началась война, мне было 5,5 лет. Я жил в Ленинграде, пробовал там блокаду. И вот поэтому с особенным чувством слушаю вот тех замечательных людей, которые сегодня здесь собрались. У каждого из них, начали они свою флотскую службу в разное время, был какой-то первый город. Вот для меня таким городом был Балтийск. Я хочу прочитать стихотворение, совсем недавно написанное, оно называется «На маяке». Я хочу адресовать его, конечно, к тем балтийцам, которые сегодня служат на флоте и продолжают дело, которое так прекрасно делали вы. Гляжу на город с птичьего полета, забыв судьбы крутые повороты и возраст, вопреки календарю сквозь 30 лет и через 5 пролетов на город нашей юности смотрю. Здесь сорван с койки боцманскую дудкой, согрет зарядкой и соленой шуткой, укрыт бронёю башен и бортов, я дружбой дорожил и самокруткой, и к бою и походу был готов. Расписан по тревогам и работам, все с той же мыльной пеной по субботам, с покраской палуб, гладких, как паркет, приближенный сейчас маячной башней. Он без столичной суеты всегдашней, нам волновать сердца не устает. И, приоткрыв окошко в день вчерашний, бессрочный пропуск в завтрашний дает. Как ритм прибоя радостен и вечен, то утренними флагами расцвечен, то в проблесках вечернего огня матросскую душой очеловечен, флот помнит всех, а значит и меня. И я, не вняв наказам и советам, скитаюсь по морям зимой и летом и верю, цель заветная близка, живу, мечтая стать его поэтом, иду на луч родного маяка.